Мы сегодня с вами будем разбирать параллельную парковку левостороннюю. Принцип нашей парковки заключается в том, что мы должны припарковать автомобиль параллельно бордюру. И смотрю в правое зеркало и жду, соответственно, мой ориентир. Это еще не он. Ну, то есть, как бы третья стойка, вот она, да. Это как левая фара сзади стоящего автомобиля. Теперь я просто руль выпрямляю. Мне надо наехать, соответственно, правым колесом на линию разметки. Смотрю, да, значит, руль вправо, и мой перед поворачивает. Да, то есть зад у нас идет направо, а перед, получается, идет в левую сторону.